Здравствуйте, мастерская основной компании. Я Вячеслав, приветствую вас. В сегодняшнем обзоре нож, изготовленный на заказ, модель S1. Такой вот универсальный нож в деревянных ножнах. Дерево кап ореха. Вы посмотрите, какие клинок, дамасская сталь крученая, по обуху идет дол. Многие спрашивают, зачем дол нужен. Ну, во-первых, он облегчает клинок, что может быть полезно в лесу при дальних странствиях, так скажем. Во-вторых, он создает, как вылетело из головы, волнуюсь, ребра жесткости. Вот раз и два, два ребра жесткости получается. То есть он более на изгиб будет, ну, более надежный, что ли, как считается. Такой вот нож удобно очень в руке лежит. Длина клинка 145 мм, длина рукояти 120 мм. С ножом идут кожаные ножны еще, чтобы если в лес не брать деревянные. Вот такой вот нож. Что будет далее, не знаю, как работать нельзя, что говорят по ходу в этих карантинные дни, недели, может быть, говорят, потом больше это будет все, как в народе говорят. Может, кто, если знает более лучшую информацию полную, напишите мне. Потому что то, что правительство обещало, что всем зарплату заплатят, я не знаю, мне, наверное, придется как-то пацанов поддерживать, но, если честно, я не знаю, как, если мы не будем работать, если ничего не будет, то есть, грубо говоря, продаваться, я не знаю, что будет. Ну, посмотрим, как это все будет. По крайней мере, возьму остатки ножей домой, буду с них снимать обзор. Так что как-то так, не весело с этим коронавирусом, только вроде все более-менее началось. Все покатилось так, более-менее, так скажем. И тут этот коронавирус опять, походу, отбросит назад в финансовом положении очень сильно. Не знаю, как насчет кредитов, там они сказали... Я вообще не понимаю. Меня, например, вчера взяли, сняли кредит 18 тысяч рублей. У меня их 4 кредита. Как я их буду платить? Тоже не знаю. И кто их мне простит на какой-то там полгода или на сколько. Я в этом очень совсем не уверен, что мне кто-то эти кредиты простит. Ладно. Будем жить. Будем веселиться. Будем выращивать в огороде урожай. Все, до новых встреч. Пока-пока.